Пані та панове, у червоному куті боєць із міста Харків. Він представляє клуб «Йод» із Харкова. Валентин Ігнатів! У синьому куті боєць із Вінниці. Він представляє клуб «Січ». Із Вінниці Олександр Куторянський. Рефері в гексагоні Артем Танчин. Перший поєдинок аматорів 77 кілограм. Група «Б». Большая сейчас будет заминка. А мы в красном углу видим секунданта Кирилла Коломийца, победителя первого отбора в этой же весовой категории, первого этапа, первый финалист в этом весе. Ну, сейчас будет уверенно, да, подсказки будет давать. Попал. Отличный плотный был. Лот Александра. Поджимает сейчас Валентин к сетке. Активно начали раунд ребята. Такие были плотные размены. Сразу чувствуется, что уже вес да, весовая больше, категория 77. Да. Удары тяжелее. Колено. Какое колено от Александра. Колено. Неудачная попытка. В... Проход в одну ногу. Да, бой продолжается. В левше работает Александр. Поджимает, поджимает он. Валентина. Да, мы видим пока. Плотные удары, да, Александр. И, прям какой слэм от Александра. Просто разбивает возле сетки Валентина. Да, месиво, конечно, сильное. Попытка даже... удушающего от Александра. Плотно, плотно, плотно захватил шею. Интересно, сможет ли выбрался. Слушай, прошло только 2 минуты, у нас тут уже куча событий. Столько событий, целый хайлайт прям уже. Напористый Александр, в то же время очень характерный Валентин. Уже было буквально минимум 3 ситуации, когда можно было заканчивать поединок, но все же он выживает. Да. Выживает прям как змея крутится. Есть еще одна попытка удушающего от Александра. Плотно зажимает замок. Все, стучит. Удушающий. Оце так видовище. На другій хвилині 30 секунд першого раунду. Задушливим прийомом перемогу здобуває Олександр Куторянський, місто Вінниця. Олександр, на пару слов. Поздравляю тебя с победой. Быстрый. Сумасшедший поединок, вы задали такой темп, что можешь сказать по поводу Валентина? Хороший был соперник,
сильный физически, но я оказался сильнее. Что можешь сказать по поводу второй пары в своей весовой категории? Честно говоря, ребят, не знаю, но если не тут, то все хорошие спортсмены и бойцы. Удачи тебе в финале, аплодисменты. Спасибо.